Всем привет, друзья! С вами Смакула и, как всегда, наша любимая команда. Пацаны, дайте шуму! Пацаны, сегодня мы снимаем Лигу Чемпионов. Сделаем прогноз, кто же выиграет эту Лигу Чемпионов. 8 лучших команд. Мы начинаем с четвертьфиналов. 2 видоса сегодня. Команды и 8 самых лучших игроков. Сегодня вы увидите четвертьфинал, во втором видео полуфинал и финал. Ставьте ставки, кто выиграет. А сейчас мы решим, кто за какую команду будет играть. Мы поделились на пары и решили, кто против кого играет в 1/4 финала. Также по очереди, не глядя, вытащили футболки и решили, за какие клубы мы будем выступать в этой Лиге Чемпионов. В четвертьфинале будет 10 ударов, 5 лонгшотов и 5 ударов из-за спины. Совсем плохие удары мы вырезали. Ну и играем мы сегодня на небольшой денежный бонус. Пишите, кто выиграет эту Лигу Чемпионов, а мы начинаем. Поехали! Новое подписание. Холланд. Я сейчас одним игроком разъебу. Не, блядь, Гвардиола будет навешивать, я буду забивать. Там Эдерсон будет давать передачу. Все равно забью. Холланд. Валик! Первая пара — это мы со Светлым, поэтому нас, да, уже принести ПСЖ Лигу Чемпионов. Неймар, Месси уже опытный, поэтому и я принесу! Светлый, первый удар. Да, меня поддерживали. Это не Ман Сити. Это какой-то, блядь. Это, блядь, Магуайр. Это Манчестер Юнайтед. Ай, Магуайр! Это какой-то Манчестер Болонья. Все, закройте. Бля, я сейчас вам закрою. Светлый, давай. Второй удар, надо справляться. Светлый! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Короче, Холланд же левша, я забыл просто. Ну вот, с левой буду бить. Че я, блядь? Копирую Холланда, но не делаю бить. Так, Светлый. Да, есть, бильярд. Ай, хорошая. Это еще один удар у меня. Иди сюда, голубки. Блядь, че я сразу слева не бил, блядь? Рядом, блядь, с перекладиной, одна перекладина, одна рядом, блядь, могло залететь. Не, ну неплохо. Не, вратарю. Хуёво. Для игрока замены это неплохо. Повтори. Хуёво очень. Светлый труп. Ну, посаженный мальчик Месси, ну, вы понимаете. Сейчас точно больше одного залетит. Смотрите, это гол, парни. Ой, блядь. Собрали две пары. Ебать, гранды мирового футбола. ПСЖ. Это лидеры команды, вот посмотрите. А может это ПСЖ LGD, которые в доту играют? Это не идет, блядь. Исполнители не подъехали немножко. Там вратарь с рукой поломанный. Ну, у меня на поворот все попасть. Ай-яй-яй. А 17 у нас вратарь. Валик немного тупой. Ну там, походу, в ПСЖ все такие. У меня рука поломана, у меня низом все удары пробили. Этот пиздюк уже напиздел на меня, да? Не сегодня, пацаны, не сегодня. Следующий что? Уебу с такой дурью, как он. Давай, нужно попасть. Что-то у них вообще проблемы с ударами сегодня. Это было опасно, но это не гол. Все, последний левый, давай. Левый? Реал, ну, блядь. Давай. Итак, Никита Светлый делает последний удар слева и... Ой-ой-ой-ой-ой. Сити с одним
Это какой-то просто кошмар. Позор, позор, блядь. Не Холланд все-таки, не Холланд. Какой-то Фоден, да? Я думаю, даже не Фоден. Мы, люди со сбора. Мы сегодня выйдем в финал и соединимся с Месси в финале. Где ты играл? Люди со сбора в футболе, понимаете, ребят? Люди со сбора — это те люди, которые доказали свой уровень футбола. А не вот эти вот все, как вот этот Лука, блядь, как вот этот Каракой. Мужики, я должен забивать минимум один. Так, Валик бьет и... Ой-ой-ой, почти. Пристрелялся немножко. Пристрелялся, он, блядь, лучший удар в своей жизни дал. Пошел нахуй. Ну идет створ, сейчас, ну должен же забить, один должен. Лига чемпионов. Я сделаю это как... Если вы не смотрели, посмотрите. А будет еще один класс, надо один забить, один забить. Ну, а по пенкам я... За эту эмблему забьешь? Я говорю, конечно. Все, давай. Итак, Валик, еще один ударчик и... Вот оно, и сейчас решающий, я забиваю и просто закрываю рот всем. И контрольный, я так понимаю. Надо забивать. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. Я говорю сразу, если я выиграю деньги, я Светлому пополам, потому что, ну, посмотрите, он по сути играл в меньшинстве, скажем так, с красной карточкой, поэтому, брат, если я выиграю, я тебе тут половина отлетит. Смотрите, ну, мне немножко повезло больше, поэтому я как бы прохожу в 1/4, да, в 1/4? Все потому, что он капитан. А, полуфинал. Это мы еще до финалов начинаем. Да, а в 1/8 кого я выиграл? Получается, там... Бенфику. Бенфику. Какой там лиги? Да, только они в одной группе играют. Ударный нападающий в Челси. А, да? Да. Бля, точно. Ладно, тогда кого? Не черный, блядь. Лейпциг, да. Лейпциг, ну, выиграл 1/8 Лейпциг. Какой там в Челси был нападающий нормальный? Жернан? Лука. А это Дрогба тебя, блядь. Ну, Дрогба такой, а я шутка, что ли, нахуй? Я же черный. Брат, верно. Ты дебил? Так, это тебе верно подходит. Верно? Ребята, у нас тут сегодня Барселона в футболочке на... Извините, опа, на 7 размеров меньше. Ребята, начинается второй матч, 1/4. У нас играет Барселона против Челси. Пацаны, я считаю, первый пристрелочный. Мы сейчас выходим. Я как не искал, парни, первый пристрелочный. Сейчас чуть поинтереснее уже побить. Ладно, сейчас забью. Это будет ответ всем хейтерам, которые не верят в эту команду. Let's go, baby! Последний удар. Что надо его реализовать? И спокойно, уже спокойно на душе становиться на ворота. Готов? Покер. Бум. Ладно, один нормально. Теперь удары Поляковского. Сколько забьет Поляковский? 6 из 5 забьет. Братик, ты мертвый на воротах. Передаю привет Денису Беляеву и включаю свои радио неуправляемые ракеты. Да, Барселона ебет. Мальчик вообще руку свою левую, правую, левую. Это не важно, у него вообще рук нет. Он ее потерял, я его вывел. Он безоружен. Он все, он дезморализован. И поэтому можно просто заканчивать на вот этом моменте. Все, последний 5 удар надо убивать. Готов? Ребята, пока что матч. Барселона начался и складывается со счетом 2-1, 3-1. Это гол! Это похер для Челси, к сожалению. Моя ставка не зашла, ребята. Челси, надо вернуться в игру. Счет 3-1. Начинаются удары из-за спины. Да это пиздец.
пиздец, бля. Ай-яй-яй. Ему надо все два забивать. И не пропускать ни одного. Поздравляем Поляковского с победой. Я изначально за Барсу был. Это мой любимый клуб. Вы смотрите сюда. Смотрите сюда. Потому что это не моя команда. Просто. В легкую разносим это Челси, потому что Барселонка, Боба Месси, идет вперед, идет к финалу, а потом уже забираем клуб. Я проиграл, ребята. Очень обидно. Проиграл еще покеру какому-то. Скинхеду, блядь. Но он хорошо играет на гитаре. Я его люблю. А ты видите, нападение? Нет. Все, ребята. Первый челлендж. Надо начать с победы. Тем более, это 1/4 Лиги Чемпионов. Надо выходить в полуфинал, там уже доказано. Погнали. Лоренс бьет первый. Да. Это похороны, нахуй. Лоренсом? Да. Хорошо. Да. Где перчатки, Артур? Я мужчина, мне плохо. Мимо, ё-моё, блин. Это же Лоренс. Лоренс был очень близок, на самом деле. Но Лоренс не бьет вообще, он труп. Лоренсу постоянно там мяч не подходит, он перекачивает. Да. Гол! Первый пошел, друзья, первый пошел. Ой-ой-ой-ой-ой, боже, что он делает? Это специально, ты видишь? Слышишь? Ты видишь? Я вижу. Ты видишь? Посмотри, за какой он клуб играет. Ну, это понятно. Давай, дай мне 9. Ой-ой-ой. Это Лоренс, брат. Так, Лоренс, последний удар. Но еще я забьет 3, это заявочка. Что, брат, третий? А что ты там делаешь? Слышишь, тут Андрей бьет. Ой-ой-ой-ой-ой. Андрей Артуров бьет. А что, не проснулись? Я вот так вот буду бить. Очень жарко. Что там, Артурчик? Я очень сильно хочу домой играть в Dota 2. Ну первый это мимо. Вообще мимо. Ой, и сам возьми сразу мой мяч. Сейчас надо как в челлендже с Санечкой Поляковским. Раздать стиля. Пасает! Может бегаешь? Так. И! Ай-яй-яй, ну вратарь на месте. Вратарь, вратарь! Это просто Алисон, в лучшие годы свои, с усами. У меня ваш футбол лучше бы сидел дома в доту играл. И! Ноль! Это просто ужас, это Бавария. Мой папа не любит Баварию, поэтому они забивают ноль. Ну что, чуваки, второй раунд. Скажу честно, это моя не самая сильная дисциплина. Но уже есть отрыв в два мяча, поэтому надо просто забить хотя бы эти. У нас самое главное, что в команде никто не курит и не пьет. И Лоренс сейчас делает первый удар и... Он накл, да, немножко? Да, да, бильнул, хорошо, да, немножко. Хорошо бил, но там вратарь на опыте стоит, конечно, это Нойер. Бил мячик, видим? Чуть-чуть. Если бы чуть подкрутил, там бы был гол хороший. Это Ливерпуль, мы уже развлекаемся, этот соперник слишком легкий для нас. Так, еще два удара осталось у Лоренса. Каракой накидывает ему мяч. И... Алло! Третий, брат! Что, Ливерпуль, где? Может, Ливерпуль уже в 1-2? Вон мои фанатки радуются. Последний удар. И! Ну! Ё-моё! Забил уже нормально. Ну ничего, показали красивый удар. Увидимся в четвертьфинале. Ебать, сейчас он 10 забьет. Мы
вот сюда. Под линейку, как и было? Да. Готов? Ой, блядь! Иди нахуй, долбоёб. Я бы сказал нахуй. Давай, Андрей. Артур, Андрей, а, всё. Друг. Итак, последняя пара. Пора уже. Чё теперь? Историческое противостояние, которое никак не может отпустить нашу страну и нашу главную команду. Вали, где мой телефон? Мою любимую, не Динамо. Шахтер, Реал Мадрид начинают сейчас свое противостояние. Ну что, пацаны, наконец-то до меня дошла наша партия, блядь. Я без перчаток. Не катил. Пиздец. Пальник. Все, закончили. Можно? Пацаны, Шахтер проходит в полуфинал. Ты что, охуел? Техническое поражение. Наконец-то до меня дошла вот это вот, вот этот мячик. Я заебал эту камеру держать, оператора нет, приходится самому все снимать. Вот это мячик. Вот того карлика, видите? Еще из Реал Мадрид. Блять, как это можно? Шахта, Мудрик, сейчас выходим и все делаем спокойно. Наш самопрозванный Михаил Мудрик, который Александр Смакула, подходит к мячу. Первый удар и... Ой-ой-ой-ой-ой. Хорошо летело, но немножко не опустился мяч, не накрутился. И в результате это 0 голов на данный момент. Сейчас спокойно в дальний угол, блядь. Там Саня, Сань, давай мы школу Барселоны лупи на силу. Не, пацаны, на такие ворота и полевым игрокам бить на точность. Я же говорю, на точность это не вариант. Ебашит, как Миша Мудрик. Потому что точности нет. Да, против Селтика, как в ебашит сейчас тот угол. У нас остается два удара. Мы должны тащить украинский футбол. Украинский футбол, это Шахтер. Посмотрите, причесочка, как Миша Мудрик. Не хватает только вот этой повязочки. Если сейчас Мудрик не забивает, то надо будет замену делать на другого игрока какого-то. Ай, почти ближний угол! Слушай, ты вообще чувствуешь, блядь, Шахтер там какой-то? Так со мной кто-то играет, я не понимаю. Я просто сейчас выйду. Спокойненько себя забью. Спокойненько. И вот этот Шахтер полетит, а Реал останется в Лиге Чемпионов. Стой, подожди. Что-то не то. Понял. Все, понял. Это тайм. Пока тут они спорили! Ё-моё! Просто вратарь Реал Мадрида вытаскивает сложнейший мяч из девятки, переводит его в перекладину. Валик, покажи комментарий. Да я не видел! Тому это Шахтёр! Я вратарь. Такую дуру вытащил! Тварина! Ну вы понимаете, что, ну какой Реал Мадрид, кто там, Бензема, но он уже старый. Слышишь, ты стоял там полвека, всё. Я за Трауре сейчас ударю, за кого там ударю, ни одного не забью. А ты сколько забьешь? Вот дай прогноз, сколько забьешь? Два. До хера взял. Думаю, ноль. Ну, пиздец. Два. Сказал, два забьет Смакула. Итак, тем временем, Каракой первый удар! О, ебать, ничего не делаю! Это Конор! А вы не мой! Блядь, здорово ты? Я ничего не видел. Сань, иди спи, блядь! Иди спи! А ты куда ушел? Подожди, еще есть шансы, все нормально. Пиздец. Блядь, ебать, он плюнул. После этого, ну, можно сразу тебе победу дать. Спасибо, брат. Ну, надо еще доказать. Значит, надо сейчас просто на силу, да? Просто Санечку проверь. Мало ли мяча боится. Поляковского? Нет, он. Простите. Ух! Последний удар от Реал Мадрида в шортах Барселоны. Это... Шахтер! Но все-таки первый был случайно. Первый, ну, ладно, был принципиальный. Чисто в хайлайты залетит там. Ну так, что мне еще надо? Ты, блядь, замотивируйся, ты отсасываешь по полной программе. 1-0, где я отсасываю по полной? Ну, блядь, я первый удар, нахуй. Брат, ну такой удар, это что?
Брать, пацаны, удары с лета, шансы, ну, блядь, еще очень много шансов. 5 ударов, ну хотя бы 2 надо забивать. Я прическу сделал, Миша мудрый, блядь. Фу, это было хорошо. Пацаны, 2 удара. Лига чемпионов. Шахтер, как обычно, против Реал Мадрида. Горит. Но сейчас Александр Зубков выходит. И вот такую, блядь. Готов? Это было пиздец. И последний удар. Так, и последний.